главный тренер ДВФУ Сенишкин Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, ну прежде всего поздравляем вас с набранными 9 очками на этом туре. Команда играет очень хорошо. Где находите и какие находите слова для того, чтобы мотивировать команду, потому что у вас уже 6-я игра. Сейчас едете в Чебоксары, не самый легкий такой выезд. Где находите слова поддержки? Как вообще команду готовить к играм? Слова поддержки. Ну, тут ребята, можно сказать, тоже находят сами, друг друга подбадривают. Они помнят прошлый год, что где-то вот это. Успех в каких-то играх, он ушел с подноса, ну и они тоже сами себя заряжают. В общем, свои 5 копеек вставишь, и ребята сами уже за себя мотивируют. В общем, так. 5 игр до тура в Чебоксарах, как будете готовиться? Сейчас 5 дней отдыха, да. Вот, в принципе, успеем, надеюсь, восстановиться. Потому что вот первый тайм, очень тяжело видно, что команда уже спущена вся морально. Начал вводить замены. Ну, второй тайм тоже, и Пермь тоже, смотрю, подустала. И второй тайм уже за нами, забили второй гол, а там как следствие третий. Ну и напоследок, довольны ли выездом в Санкт-Петербург? Ну, конечно, доволен. Когда еще тур второй взяли. Ну, то есть, первый турнир мы провалили, да, пацаны не расстроились, а наоборот собрались. И второй турнир, 9 очков. В том году мы сколько, 2 или 3 раза, по-моему, вторыми становились. Вокруг да около были. Ну, здесь первые. Вам большое спасибо. Побыстрее восстановиться команде и удачи на туре в Чебоксарах.